По вопросу записей в трудовую книжку в связи с расторжением трудового договора. Необходимо ли делать ссылки на пункт, статью или какую-то часть? Да, эти ссылки необходимы, но бывают разные ситуации. Так, например, если расторгается трудовой договор с сотрудником, который не выдержал испытательный срок, то указывается статья 71. Не указывается ни пункт, ни часть, потому как целесообразно делать на ссылку на полностью на статью. А если у вас увольняется сотрудник, предположим, по собственному желанию, то в данном случае правильным будет делать ссылку на пункт, часть и соответствующую статью Трудового кодекса. Так, если у нас увольняется сотрудник по собственному желанию, мы пишем «уволен по пункту 3, части 1, статьи 77».